Извини, это мое место. Черт, простите. Ничего, все нормально. Придурок. Убирайся отсюда. Что? Заткнись. Не смотри на меня. Поднимай свою задницу и вали отсюда, к чертовой матери, немедленно. Давай, шевелись, толстозадый. Вон. Присаживайся. У нас здесь принято уважать своих коллег по работе. Прежде чем начать, задам один вопрос. У кого есть лицензия биржевого брокера? У меня есть диплом. Отлично. Ты тоже можешь идти. Что? Почему? Мы не нанимаем брокеров. Мы обучаем новых. Такие дела, умник. Пакуй вещички и выметайся. Итак, перейдем к делу. Я не хочу тратить ваше время, понятно? Я требую от вас того же самого. Так что буду краток. Став сотрудником нашей фирмы, вы заработаете свой первый миллион за 3 года работы. Ясно? Я повторю. Вы заработаете $1 миллион в течение 3 лет работы в фирме J.T. Marlin. И дело не в том, заработаете вы его или нет. Вопрос в том, сколько раз вы это сделаете. Думаете, я шучу? Нет, не шучу. Я миллионер. Непривычно такое слышать, да? И говорить тоже непривычно. Но я миллионер. Ну а сколько мне лет? 27. И что это означает? Я здесь старик. Здесь работают в основном парни вашего возраста, а не моего. Мне повезло. Я очень хорошо работаю, иначе бы меня давно уволили. Но вы свежие силы. И вы заработаете кучу денег. Вы большое будущее этой чертовой фирмы. Все вы хотите денег. И это хорошо. Тот, кто называет деньги корнем зла, никогда их не зарабатывал. Говорят, что не в деньгах счастье. А вы посмотрите на мою улыбку. От уха до уха. Хотите подробностей? Ладно. У меня есть Феррари, 350-я модель, кабриолет. Ну как? У меня есть чумовой дом в пригороде, нашпигованный лучшей современной техникой. И самое главное, все это ликвидно. Короче, все это возможно. А вот что требуется от вас. Вы должны работать, как проклятые, на эту фирму. Нам нужны победители, а не мусорщики. Запомните это хорошо. Нас спрашивают, сколько длится отпуск в первый год работы? Отпуск? Люди приходят работать сюда с одной целью — стать богатыми. Чертовски богатыми. Вот так. Мы здесь не заводим друзей и не занимаемся защитой природы. Вам нужен отпуск? Идите погуляйте на улице. Так. Первые 3 месяца обучающие. Будете получать $150 в неделю. После этого вы пройдете курсы биржевого брокера. Если справитесь, станете младшими брокерами и откроете счет для своего руководителя. Откроете 40 счетов, начинаете работать на себя. Дальше дело за вами. Скажу вам еще пару слов. Ваши друзья, родители, знакомые будут смеяться над вами. И это нормально. $150 в неделю — это же смешно. Не обращайте внимания. Вы должны понять этот бизнес сегодня и сейчас. Когда получите лицензию, забудьте о них. К черту друзей. Вы скажете, что заработали 25 штук за месяц, и они вам не поверят. Да пошли они в задницу. Родителям не нравится ваш стиль жизни, да пошли вы, мама и папа. Посмотрим на их лица, когда вы подарите им новенький Lexus. А теперь идите домой, подумайте. Подумайте о том, подходит это вам или нет. Если решите, что нет, что ж, это ваш выбор, и нечего смущаться. Спасибо. Но если вы хотите этого, позвоните в понедельник, и мы поговорим. Но только не тратьте мое время. Все, я закончил.